поприветствовать вас и пригласить на исторический факультет Белорусского государственного университета. В последние годы на факультете открыты новые специальности, новые программы обучения, в том числе те, которые ориентированы для наших друзей, наших потенциально обучающихся из зарубежных стран. Мы в этом году начинаем подготовку по магистерской программе «Культурные традиции Восточной Азии и Восточной Европы». Это англоязычная программа. Мы будем очень рады вас видеть у нас в стенах нашего факультета. В нашем историческом факультете работают 9 кафедр, и вы сможете выбрать по своему интересу и вкусу возможности для написания магистерской научной работы. Наши специалисты лучшие в Республике Беларусь по изучению истории, религии, искусства, традиций и ментальности народов и стран, которые они изучают. Поэтому перед вами открываются очень широкие возможности для выбора тем для написания своих магистерских работ, а также выбора работы с научными руководителями. Существуют все условия для комфортного обучения иностранных граждан. Для проживания предоставляется благоустроенное общежитие. Преподаватели и персонал исторического факультета владеют английским языком в достаточной мере для того, чтобы обеспечить качественное образование. Кроме того, на историческом факультете практикуется индивидуальный подход в работе с иностранными студентами. Существует квалифицированный тьютор, а также у каждого иностранного студента есть свой собственный персональный куратор, который помогает решить все возможные проблемы, а также облегчить процесс адаптации. As a Deputy Dean for Scientific Research and International Cooperation, I am responsible for work with foreign students of our faculty and I will do my best to provide all possible assistance during your stay here. Hello, I am a Russian National University of History student. I am currently in grade 3. In our campus, we welcome 所有的留学生来到我们的校园进行学习，在这里十分的开放，拥有宜人的风景和适宜的气候。谢谢大家。